Дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками нас не найдут. Учи уроки, дебил! Двоечник ты! Вот почему такой эффект, будто у меня один глаз? В смысле, ахайо? Ты игры не перепутала, дамочка? А что у тебя рот в варенье, в смысле? Что происходит? Ты скучал по мне последнее время? Нет. Я тоже скучала по тебе. Я же сказал нет. Это мой любимый нож. Очень сильно по тебе скучал, ой. Может быть, я отрежу твой язык? Может быть, я помою своим шампунем? Я не хочу это слышать. В соседней комнате есть мальчик. Я отрежу ему голову и вернусь. То есть как пакетик понести, так помоги, а как меня, так пожалуйста. У нас с тобой ничего не получится, к сожалению, к счастью. Я помню, как в начальной школе я однажды шел домой, и ко мне впервые подошел хулиган. И он сказал: давай деньги. А я к такому не был готов, я с таким не сталкивался. Я говорю: сначала ты. И тут он, недолго я думаю, начинается замахиваться для удара, и я вижу, как неподалеку идет какой-то мужик. И я просто кричу: папа, привет! И хулиган убегает. Я думаю, вот это я уличный боец. Ой, извини, пожалуйста. Ты меня толкнул, да? Я сейчас позвоню своему парню, и ты превратишься в шашлык. Ну, я же извинился. Алло, дорогой, что делаешь? Смотрю Барбоскины. Ну, короче, меня один... как зовут? Человек-паук, ой, Кама. Один дрыщ толкнул, можешь прийти и разобраться? Это ты, да? В каком классе учишься, сынок? И ты чё, попутал что ли, а? Знаешь, кто я такой? Нет. А кто ты? Гроза муравьёв, убийца мух и капитан розовых плюшек. Тебе когда-нибудь давали шапалах со скоростью света, а? Нет? Алякяджи! Алекяджи! Алекяджи! Сижу за решеткой в темнице сырой, скорбленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. У меня сейчас к тебе такие смешанные чувства. Я с одной стороны вроде и рад, что ты вернулся, но с другой стороны меня пугает, что ты до сих пор обо мне помнишь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Давай, робоксы, Предлагаю тебе, ах ты бессердечный ублюдок. Сколько будет 1 + 1? 5 5 6. 3, не меньше. Пятница. Произвожу расчеты. 30 1. Стоп. Я не знаю. А мне плевать. Тут ведь чистая математика. 4 миллиарда. Каждый, кто делал тебе больно, покойнику.
жаль, что не ты. Я прижму тебя к себе, чтоб не боялась темноты. Чай на столе, жаль, что не ты. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа. Пессимист видит туннель, оптимист видит свет в конце туннеля. Реалист — свет фар поезда в туннеле. И только машинист видит трех придурков, стоящих на рельсах. Это жуткий месяц! Эй! Эй, я тебе кое-что скинул! Буга-буга! Эти в игры с ребенком. Соответственно, Танюгу я буду только в одну игру играть. В кексики и повары. Угадайте, кто есть кто. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, я плачу.